Всем еще раз добрый день. Мы опять, да, снова начинаем новый ролик. Подъезжаем к Великовечной. Сейчас скажу вам, сколько. До Майкопа всего 48 километров. До Услабинска того меньше, 28 километров. Лукойл, заправочка здесь есть. Были приятно удивлены ценами, да. Ценами. Причем на Лукойле, вот обратил внимание на дизельное топливо, а здесь, не здесь, а в Адыгейске, в районе Адыгейска, вот пока мы ехали сюда от трассы, 60 рублей стоило. А сколько здесь заправлял ты в Ольгинке? 69, кажется, да? Что-то такое. Нет, ты чё? Там 6... Блин, тут у нас 60 и 70 копеек были. Нет, это здесь было 60. Или я что-то туплю? Ты что-то тупишь. Короче, ладно, забудь, я туплю, походу. По дизелю. Ну тут дешевле, там на рубль где-то. Или я про сотый бензин, скорее всего. Просто про сотый. Сотая разница была, но я на него не обращал внимания. Ну, короче, чуть-чуть дешевле, вот, имейте в виду. А там где-то было прям значительно подешевле. Великовечная 4, Майкоп 48, Беловеченск 23. Степь да степь кругом. Кстати, здесь вот тоже есть полно всяких зеленых деревьев. Мы проехали. Сейчас вот. Да, деревья есть зеленые. Полно вот таких даже. Прям такой... Трава уже по суше, у нас зеленая, прям сочная трава. У нас трава у дома, зеленая, зеленая трава. Небо такое серенькое. Солнышко пытается пробиться, но пока не получается. Но мы едем забирать маму. Ей тут надоело. Лайку там надоело без мамы. Ну а заодно покажем тут, как живут люди. Он каждый день ходит, встречает и да. Ждет около ворот. Около ворот стоит, сидит там. Смотрит вправо, смотрит влево. Сейчас посмотрим, как будет встречать. Ну сейчас мы не посмотрим, но... Может быть, увидим этот момент. Говорят, что коты могут обидеться и первое время даже вести себя плохо. Помнишь первый раз, когда мама Великовича? Не, ну это было другое, там, да. Там он сильно обиделся. Там обиды было немерено, она потом пахла очень долго. И на кровати, и... В общем, обида была столько, что... И долго стирали эту обиду, но отстирали, слава богу. Ну где это Великовечная? Вот она, 0,5 километров вправо, но нам чуть-чуть дальше. Нам к этой водолечебнице, или как она там называется, туда. Мама живет прямо на территории санатория этого, или что он там, я не знаю, водолечебница. Там есть у них своя маленькая гостиничка. Ну, я знаю, что многие люди с целью сэкономить и в частном секторе проживают поблизости. А некоторые говорят, вообще там она какая-то есть, какая-то дикая. Ну, она, естественно, работает только в летний период, какая-то ванна, не ванна, где-то там что-то такое, где эти воды выходят из-под земли, и они прям там ходят, сами купаются, живут где-нибудь в частном секторе, купаются. А поворот, да, у нас вот здесь вот. Сейчас будем мимо мойки. Самомойки. Уходим направо. А у меня тут вообще даже повороты нет. Смотри. А, есть, есть. Тут и серый. Тут тоже есть эти самомойки всякие. Видимо, закусочные на колесах. Затем держитесь левой стороны. Это навигатор нас уже подводит. А вот тут, кстати, травка, смотрите, какая зеленая. Ничего такая. Температура за бортом плюс 15 градусов. А мама не знаю, во сколько освободится. Это что? Три, да? В общем, нам тут еще надо будет минут несколько полазить. Ну, в принципе, тут немного. Такой вот населенный пункт. Сдаю комнатку. Объявленница. Водолечебница, гостиницы, Wi-Fi. Цветы красивые. Ну, вообще, территорию я вам показывал в прошлый раз. Там много зелени, так ничего так. Обратите внимание, сколько машин. Люди приезжают. 31 регион, 61 регион, 23 регион, 193 регион. Ну, конечно, Москва. В общем, люди есть. Скажу я вам. Из разных регионов нашей необъятной родины. Ой, хорошо. Так, у нас порядка 30 минут, да? Режим ожидания. Ну потом тогда еще включимся. Сейчас пока все
перерывчик. Интервью возьмем маму. Ну, может быть. Да, может, как раз поедем на обратном пути, как в прошлый раз. В машине она и расскажет все. Ну, да. Все как есть. Ничего не скроет. Это мама. Ну, вот и приехали. Красивый сад. Парковая зона, штраф 5000 рублей. Я, правда, не понял, за что? Что? Придется, наверное, за то, что рвать, если цветы. Очень красиво так все подстрижено. Классненько. Смотрите, какие пхи и лишайники. Чистенькие аллейки. Травка зеленая. Мы только что где-то проезжали, там трава была никакая. Тут поливать. Вот что значит поливать травку, да? Ну и цветут розы. Ну а мы за мамой. Вот эта гостиница великовечная. Здесь живут великие и вечные. Включайся давай. О, включился. Итак, мы... Какой у тебя комната номер 3 у мамы? Да. Великовечном. Сейчас вас немножечко еще раз ознакомлю. Год назад ознакомлял, наверняка все забыли. Там другая была комната. Да, там была шестая. Да. Шестая, это третья. Два раза меньше комната. Третья. Такая же. Ну, в общем, на две персоны. Вот такая вот кроватка, тумбочки прикроватные, столик. На двушка. Ну, я говорю, на двоих. Ну, мама наша жила одна. Лайк шиковала. Лайк был наказан. Остался дома. Вид из окна пока благоустраивается. В прошлом году я тоже показывал. Плохо видно через сеточку, но все равно видно. Территория в этой части тоже большая. Там, видимо, строится еще один какой-то корпус. То ли для гостей, то ли я не знаю. Все чистенько, все аккуратненько. Холодильничек вот такой вот есть. Микроволновка. Тут типа студии что-то вот. Кухонька такая вот. Это остатки роскоши. Остатки роскоши. Ну так вот, 3,5%. Ну, жирно. А что, пить так пить. Ну, в общем, такая нормальненькая комнатка, санузел. Тоже ничем особо не отличается, наверное, от стандартного. Ну, так же, как и у нас, то же самое практически. Как будто вот что-нибудь во Владимире показывают, честное слово. Либо варки. Не варки, другие там, тона белая. Там зеркало еще есть, вот. Да. Есть пожарный выход и запасной матрас. Мама у нас со своим матрасом была в этот раз. Она... Потому что я не могу на жестком спать. Она не может. Но, хотя здесь матрасы, они в этом году поменяли. Но для меня они все равно жесткие. Ой, блин. Оскона. Ладно. Оскона. В общем, без оскона она не может. Ну, так нормальный, хороший номер. Нормальный, хороший коллектив здесь. Очень хороший. Даже. Люди хорошие, очень добродушные. Но она нам сейчас по ходу движения еще немножечко расскажет. Хороший. О своих, так сказать, ощущениях. Да, ощущения хорошие. Ну все, мы собираем манатки, поехали дальше, включимся уже там в машине. Расскажет мама все. Всю правду, все как есть. Минут на 40. Посмотри, как подстрижено. Вижу, как квадратиками. Я так не смог подстричь. Нет, мы только кругами, мам. Лаванда, погляди, как подстричь. Где какая хоть она лаванда? Вон, дальше. Вон лаванда. Может, бросим? А, ну пускай. Давай, пускай. Да сейчас я покажу. Поставь. Где? Вот это вот лаванда, дальше? Да, вон седая такая. Седая, лаванда. Это лаванда, оказывается. Посидела. Довели. Розарий такой красивый, большой. Ну, в общем, сад здесь, конечно, фантастический. Фантастический. Вообще молодцы. Смотрите, какая красота. Действительно. Лаванда большой. Вообще прелесть. Ну, если ты не сказал, что это лаванда, я бы и не знал бы. Она уже отцвела, ее постригли. Молодцы. Очень хорошо ухаживают за всем. Розы шикарные. Все чистенько. А тут грязью лечат. Ну да. Некоторые. Ну все, поехали мы. И тут не нашли эту грязь. Везде, как говорится, грязь найдут. До следующего года, до следующего октября, хотя не знаю, может, она еще захочет еще раньше приехать. Ну, что? Не, ну зеленая, конечно, да. Трава
через неделю у мамы соревнования по прыжкам с ребят бегать. Да. У тебя соревнования. Ты ж не зря нам белоколечно лечила. Колени лечила. Да, через неделю нет. Четверг она пойдет. Что неделю-то ждать? На какое закрытие сезона? А мы с Олями двумя собрали, соберемся. Ля фамилия или как там называется? Ла фамильяра. Бухать, короче, будут. Ну, ради этого стоило, конечно, неделю великолепно посидеть, подлечиться, чтобы потом сухое и белое вино. Ну, в общем, как-то так, ребят. Все чистенько, все аккуратненько, прям вообще прям глаз радуется, если честно. Молодцы. В этом великовечном. Ну, лучше маму вам никто не расскажет. Смотрите. Даже 96-й регион сюда приехал. Даже 96-й приезжает. Люди со всей страны. Интернет здесь должен быть. Wi-Fi тоже. Включимся позже. Все, выезжаем из Великовечного. Мама тут приготовила речь. Вот ты что? Я ее накануне только что спросил, ну как ты, что, расскажи, что все нравится, о чем мне это рассказывать? Мне все нравится. Мне все нравится. Как бы все, ребят. Коротко, как бы идем. Все хорошо. Коллектив очень хороший, очень внимательные девочки. Добродушные. Идут навстречу, если что-то там где-то. И доктора тоже, когда вот заходишь, ну как бы оформляешься тоже. Погромче чуть-чуть. Молодцы мне. Ну я довольна. Правда, вот плохо то, что для пенсионеров нет ничего, какой-то хоть небольшой развлекало. Короче, дискача не было. Танцы там, да. Ну да, кому за 70. Тут в основном такие возрасты, ну молодые тоже есть, но их процентов 5 всего. А в основном от 50 и 85 лет бабушка. 50 плюс, короче. 50 больших. Мне еще пару лет есть. Не, ну есть и 30-летний. Паренек был, видимо, после военных действий, там после ранения тоже на лазерное лечение. Хороший парень такой. Погромче говори. Я громко говорю, куда я не могу шарать. Это самое, что еще могу сказать? Понравился мне двор. С каждым годом вот участок этот вообще обалденный. Очень хорошо ухаживают. У меня гортензия есть, у меня есть древовидная и, допустим, им такая обычная наша метельчатая есть. Здесь я посмотрела, как они обрезают, думаю, все, теперь я домой приеду, я уже знаю, как мне что делать. Лазила под все кусты, заглядывала, как они обрезаются. Молодцы, очень хорошо, чисто. И главное, что интересно, обычно ухаживают, ну, как бы женщины цветами сгодятся. А здесь парень, ну, лет, наверное, 40. Ну, видимо, любит свою работу. Просто с душой. Короче, не знаю, у меня только положительные эмоции. Про лечение что-нибудь расскажи. Люди, это понятно. Лечение, тут лечение можно, и там разные виды есть. Ну, я лично, допустим, только всегда беру только ванны и грязи, и еще лазер. Все. А больше так бегать по кабинетам, ну, может быть, и можно было бы, но это у кого что-то когда тревожит. А если просто для профилактики едешь, то этого достаточно, я считаю. Ну, то есть нам можно не ездить. Да, у нас лазер есть. Лазер есть, ванны. Грязи дофига. Грязи вообще немерено. Тут не такие грязи. Приезжайте в лазер. Короче, нет, ну ты чё? Ванна очень хорошая, чем ванна вообще. Вот даже когда ванну принимаешь, вот ложишься в ванну, и прямо такое покалывание тела, все такое мелкое-мелкое. Вот это не везде бывает. На радоне так, и вот здесь. Я тебе скажу, где есть. У нас сейчас заходишь на участке, там стоит ванна. Ага. С грязью. Я представляю. Обрезали вот эту ежевику, в общем, колючая фигня. Покалывание, только такое. Вчера еле ветку эту оторвали от меня. Ну, так хорошо покалывало. Да. Так что. Мне хочется посмотреть, и на участок хочется посмотреть. И цветы мне очень хочется пересадить. Мне очень-очень много работы. Можем сейчас вечером заехать, хотите? Ну, давай, поехали. Короче, ребят, еще раз повторюсь, а вы говорите, что нам нечем тут заниматься в зимний период. Да пипец. Дело очень. Успеть бы, как говорится, до весны. Да. Вот честное слово. У
мне вот хотелось, я думала зимовать в квартире, но я боюсь, что до зимовки еще, ой-ой-ой, месяца два-три точно надо только цветами заниматься. Ну, привести их в порядок, так как мне хочется, как мне мечтается. В общем, обрежет цветы и уедет на зимовку на квартиру. А дел полно. У нас как-то даже не бывает так, чтобы ничего делать. А мы будем там мерзнуть. Ладно, что, всем говорю до свидания, всем пока. Вот такая вот история случилась с мамой. Ездила хорошая она великовечная. История. Приезжайте, лечитесь. О, даже просто оздоровиться тоже хорошо. Вот. Ну и посмотрите, как люди живут на Кубани. Простенько, скромненько, но люди зато приветливые, не злые, добрые. Это вам не Лазаревская, короче. Ну, в Лазаревскую тут народ приезжает разный, потому... Так там тоже народ разный приезжает. Нет, ну там вот со всей России, ты что? Смотри, сколько людей, со всех... Да я шучу, я же не серьезно же говорю. А тут как-то уже село, ну, большое село, даже я сказал, большущее. Все. Но люди хорошие. Мы в Адыгейск, тут 49 километров, а там чуть-чуть еще и Краснодар. Заедем по делам и всем по домам. Дизель 58, 50, 59, 56, сотый 69. Я не заметил сколько с чем-то. Ну, у нас за 60. Всем пока. Опа. Не нарушайте вот этот вот. Ну это местный, ему можно.